С каждым днем ситуация усложняется, и наш город сейчас является форпостом, куда съезжается много людей, которым нужно помогать. Кормить, одевать, приютить, поддержать и много-много чего другого. И нужны добрые руки, волонтеры, которые еще остались у нас. Мы оставляем номер телефона. Звоните, пожалуйста, давайте списываться, делать группу, чтобы мы знали, какой у нас есть резерв. И в онное время, в нужное, выступать и делать все, чтобы облегчить чью-то сложную ситуацию. Просим вас не унывать, на все воля Божия крепиться, обращаться к небесам, Господу, Пречистой Богородице, и спешить делать добрые дела. Что добро, оно только объединяет, оно еще побеждает зло, которое пришло на нашу землю.